Расходы департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешними связями Ненецкого округа рассмотрели сегодня на заседании бюджетной комиссии окружные парламентарии. В частности, были согласованы расходы на содержание мировых судей, мероприятия, направленные на культурное развитие российской нации, поддержку КМНС и другие. Все подробности далее. Всего на реализацию проектов и содержание аппарата департаменту по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним связям в следующем году потребуется 110 миллионов рублей. Впрочем, в плановом периоде намечается тенденция к снижению – 103 миллиона 800 тысяч и 97 миллионов соответственно. Каждую статью расходов парламентарии рассматривают детально. Некоторые вопросы, например, вызывают уплата членских взносов некоммерческие организации. На эти цели планируется потратить 340 тысяч рублей ежегодно. Северный форум, уважаемые депутаты, это международная неправительственная организация, созданная в 92 году еще. Мы зашли в этот, как участники этой организации в 15 году, ушли, зашли в эту организацию. В соответствии с учредительными документами округу установлен взнос в размере 5000 долларов США. По курсу это как раз сумма у нас около 340 тысяч рублей. В составе форума города и страны арктической зоны, кроме России, в него входят Аляска, Лапландия, Исландия. Конкретно для Ненецкого округа участие в форуме – это возможность получения грантовой поддержки на реализацию своих проектов. Кстати, в проекте бюджета департамента на грантовую деятельность, конкретно поддержку различных некоммерческих организаций на выполнение социальных проектов, запланировано 10 миллионов рублей. Согласно регламенту, каждый проект может получить до 250 тысяч рублей. А вот как объяснить, что ряд грантов, которые были выданы в 2018 году, были, можно сказать, не просто не реализованы, а, я так скажу, что некачественны, да, только на бумаге. Пока нет данных, сколько проектов так и остались нереализованными или реализованными некачественно в 2018 году. Однако чиновники обещали, что впредь усилят контроль за этой работой. Еще одна статья расходов, которая вызвала споры, 1 миллион 600 тысяч рублей планируется потратить на проведение социологических опросов. Депутаты не уверены в целесообразности и пользе данной деятельности для региона. Проведение социсследований, ни одно движение в этой сфере не делается. Я думаю, поэтому это очень маленькая сумма, но все вы знаете, там, что постоянно социсследования в округе проводятся, в том числе федеральными структурами. Мы фактически имеем сейчас только две суммы на те обязательные исследования, которые минимальные, которые нужны. Кроме того, более 7 миллионов рублей планируется потратить в следующем году и плановом периоде на поддержку традиционного образа жизни и традиционного хозяйствования коренным малочисленным народам Севера. 10 миллионов пойдет на субсидии местным бюджетам для реализации проектов по поддержке местных инициатив. По итогам обсуждения все статьи расходов были согласованы. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».